Ну что? Витя, ну жарко было сегодня. Погода на улице или как? Или игра? Погода на улице и под сводами Ледового дворца тоже. Ну да, настроение было хорошее. Болельщики помогли с эмоциями и дали нам сил. Ну, согласитесь, вообще не предсезонный накал сегодня был у этой игры. Это все-таки накачка у вас была, наверное. Ну да, конечно. Я думаю, болельщики тоже почувствовали, потому что видно, это как будто противостояние Россия-Канада. Все хотят победить, все хотят доказать, и я рад, что нам это удалось сегодня. Вообще, на ваш взгляд, такое противостояние клуб против сборной, оно интересное? Конечно, интересно. Они хороших ребят собрали, быстрых, агрессивных, и всегда охота себя проверить против такого уровня, и особенно, когда побеждаем, это, конечно, добавляет уверенность и позитив. Тут вот такие нехорошие люди говорили, что пока удаления не пошли у Канады, вы не смогли забросить. Вот как считаете, все-таки помогла вам домашняя площадка, скажем так, с точки зрения решений судей? А кто эти нехорошие люди? А их, ну, по стадиону там несколько. Не может такого быть, я это не верю. Все наши. После гола Гусева как-то полегче стало, потому что такие качели были. Да, да, как-то бегали из зоны в зону, контратаки. Они, конечно, много бросков еще делали, давили. Но мы потом после этого гола немножко успокоились, начали играть в нашу игру. Пошли моменты, броски, и, конечно, забили еще парочку. Но моментов и до этого момента было много. Связано это с тем, что под нагрузками все тяжеловато пока, в частности? Руки тяжеловаты? Да нет, всегда так. Я думаю, в любой игре есть моменты, просто не забиваешь иногда, иногда забиваешь. Вы правы, у нас действительно было пару моментов, особенно в первом. Конечно, могли бы забить, может, немножко другая игра была. Не забили, немножко надо было поменять стиль, поменять скорость, и потом забили, игра пошла. Но то, что в финале все-таки Йокерит, это не Сканева. Знаете, что сегодня монетку подбрасывали? А, монетка? А как там решили, по разнице голов? Да, там все было равенство полное, в итоге Йокерит. Ну не, ну Сканева, они молодцы, я игру одну посмотрел, они тоже вышли, они быстрые, тоже система на игру очень хорошая. Я думаю, они, конечно, заслужили этот выход в финал, жалко, что удача не повернулась им лицо. Было бы хорошее противостояние. Мы уже играли даже с ними при сезонке. Они один раз выиграли, мы один раз. Так что было бы интересно третья игра. Скажите, как в целом оценишь и командную, и свою форму в преддверии старта сезона? Ну, я думаю, каждый может лучше. Видно, еще не все получается, не все как хотелось бы. Но все равно видно, что уровень растет в каждой игре, и я думаю, просто все хотят уже старт сезона, уже осталось меньше недели, и чем быстрее начнется, тем лучше. Это Канада 4 дня назад собралась, ваше впечатление, насколько мощная команда получилась? И вы знаете же, что там человек 7 максимум на Олимпиаду поедет? Да, они видно по скорости, они хорошо сегодня играли, момент создавали, атаковали, и, конечно, не было просто против них играть, и тоже надо дать должное, они все-таки прилетели, там перемен времени и новый состав, поэтому они молодцы. За что они в КХЛ боролись? Вот такой еще раз? За что они в КХЛ боролись за такой командой? Я не знаю, не могу сейчас сказать. А почему ЦСКА канадцев-то не берут? Почему ЦСКА? Угу. Тоже, наверное, ко мне вопрос. Был бы я менеджер, что-нибудь придумал бы. Все, спасибо всем. Спасибо.